Патриотическое воспитание должно начинаться еще с дошкольного возраста, уверены в детском саду «Незабудка». Здесь провели свой собственный праздник, посвященный 70-летию Победы. Все воспитанники детского сада, а это более 200 человек, приняли в нем участие. Среди зрителей был и наш корреспондент Никита Панин. Я буду танцевать барабанщиц. А я пехотинец. Пехотинец Миша своей ролью в парадном шествии очень гордится, хотя и признается... Мне не очень нравится, но потому что пехотинцы раньше... Вот раньше пехотинцы было 40, а пришел один. Потому что пехотинцы очень много убивало. Сегодняшнее выступление для детей не просто веселый праздник. Это праздник с слезами на глазах. Потому что кто погиб, всегда со слезами. Кто погиб на войне. Его родственники, того человека, который погиб на войне, вспоминают его и немного плачут, когда они вспоминают то, что он защитил Россию от фашистов, погиб сам, чтобы защитить их и чтобы мы все жили. Когда смотришь на глаза детей, когда они выполняют то или иное, поют песни или рассказывают стихи про войну или о войне, о бабушках, о дедушках, то понимаешь, что действительно это все не зря, все они понимают, все они сопереживают. Они готовят и даже пели песни, и какие-то движения исполняли, даже вне занятий, с большим желанием. Более полутора месяцев подготовки вылились в полноценный юноармейский парад и тематический концерт, посвященный 70-летию Победы. Пусть гремит салют Победы, этим светом мир согрет. Поздравляем наших дедов к Дню Победы столько лет. Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за мирный дом. За мир, в котором мы живем! Солдаты Майя, слава вам навеки! Под таким названием проходил праздник в Незабудке. Ребята из старших групп в форме солдат, моряков, танкистов и летчиков участвовали в параде, читали патриотические стихи, танцевали вальс и устраивали показательные выступления. Самые маленькие представляли мирное население, радующееся долгожданной победе. Такой концерт в Незабудке проходит в юбилейные годы празднования Великой Победы. После проведенного здесь парада в честь 65-летия окончания войны юные лобнинцы из всех детских садов города стали проходить торжественным маршем на площади перед Чайкой. Незабудку на смотре юноармейцев из детских садов в этом году представлять будет отряд барабанщиц. Сегодня дети выступали не только перед своими воспитателями и родителями. На праздник в Незабудку пришли представители управления образования, городской администрации, общественных организаций, ветераны. Чтобы они не плакали, чтобы они во сне видели в живых, чтобы они пришли с войны в живых. Никита Панин, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».